решил все-таки заморочиться, поставить камеру, ту, которая шла в комплекте с этой магнитолой, с Junsan. Думал, что камера лучше, но она действительно лучше штатной. По крайней мере, на ней есть подсветка. Уже плюс будет в ночное, там, темное время. Ну и так, в принципе, картинка, может, та камера просто уже повыгорела на солнце. Картинка нормальная, но хочется лучше. В дальнейшем потом эту проблему для себя решу, а пока... Пока ради эксперимента, но решил поставить вот эту. Сразу заморочка встает, как ее установить в штатное место. То есть, тут вот только таким образом я нашел какой-то выход. То есть эти же саморезы встают в штатные места. В одно место вкручивается в металлическую пластинку, а вторая просто шляпка этого самореза прижимается и все сидит четко мертво. Кто-то может заморочиться там по-другому как-то. Для меня не принципиально. Следующее, образуется щель вот такая, вот, сюда может задувать, вырезал из обычного пластика вот такой вот крышки заглушку, по размеру она туда четко встает, и продублирую там на три точечки клея, буквально добавлю суперклея, все, она туда прилипнет, и никуда она уже оттуда не денется. Что касается питания, вот так, там на камере будет, наверное, зеркально. То есть поймете, вот эта вот фишка, это идет на стандартной фишке, которая в двери установлена. Дальше нам понадобится, собственно, три провода. Один желтый провод из тройного на видеокамеру, то есть черные и красные, они не нужны, я их сейчас отстригну, просто отрежу, оставил, чтобы показать. Нужен только желтый провод. Это как раз провод на видеокамеру. Он соединяется с белым на фишке. Белый провод находится в экранированном, в экранированной оплетке вот этой. То есть, когда срежете, заголите и увидите экранированную оплетку, внутри будет находиться вот этот белый кабель. Вот это как раз видеокабель, он соединяется с желтым. От камеры. Далее минус идет на экран черный провод либо красный с черной полосой, и красный провод идет на желтый, зеленый не задействован, он также будет удален. Дальше все садим на тюрмоусадочную трубку. И покажу уже на машине. На улице день, особо не видно будет, но все равно поймете. Здесь вот видно, лупит 4 светодиода. И лупит довольно хорошо. То есть я уже опробовал, оценил где-то, ну, на расстояние минимум 3 метров в полной темноте прошибает. Ну, с учетом, я имею в виду, вот этих ламп заднего хода. Ощутимая разница с штатной заводской камерой.